Гульнар Дудбаева работает зоотехником 27 лет. Говорит, работа не из легких, плюс вредность. Бывает, что во время прививок животные взбрыкивают, и игла попадает в собственный палец. Заражение бруцеллезом для зоотехника – явление нередкое. До этого года мечтала, как выйдет на заслуженный отдых. Ей оставалось 10 лет, пока власти не повысили женщинам возраст выхода на пенсию. Надо учитывать при выходе на пенсию, учитывать тяжелый труд. Надо учитывать, что связаны с каким-то риском для здоровья. Связаны, допустим, значит, погодные условия, при которых мы работаем. Союз женщин Казахстана «Она» занимает жесткую позицию по отношению к новым правилам выхода на пенсию. Все летние месяцы здесь работали над собственным проектом пенсионной реформы. Никакого повышения пенсионного возраста, это вот у нас сразу же однозначно и непреклонно. С декретными, да, там тоже нужно решать, как и что, кто должен как получать. Значительная часть казахстанцев настороженно относится к пенсионной реформе. Президент уже подписал новый закон с непопулярными поправками. Тем не менее, движение «Она» направило к нему свое обращение, в котором настаивает на отмене реформы о повышении возраста выхода на пенсию для женщин.